Ну и, собственно, еще один отель, который сочетает вот черты предыдущих отелей. То есть он относится к категории 4 звезды, но при этом имеет большую территорию и выходит прямо на пляж. Это отель, который называется Holiday Inn. И вот кадры из этого отеля, это уже пляжная зона, собственно, вы видите, что отель еще запакованы, видите, многие предметы, то есть лодки там запакованы и так далее. Это потому, что было начало сезона, когда мы приехали. То есть это был конец сентября, начало октября, а сезон у них начинается с 15 октября. Поэтому все это только распаковывалось на сезон летний, это сезон дождей в штате. Закрывают все специальными пленками, чтобы дерево не набухало, ну и какие-то красивые скульптуры, фигуры, все, что есть в отеле, чтобы они не приходило в негодность. Вот. И вот сейчас вы видите типичный выход из отеля на пляж. То есть стоит человек к нам спиной в отдалении возле пальм. Это охранник. Охранник не пускает никого с пляжа. Еще раз повторю, пляж муниципальный. Это означает, что на пляже может ходить кто угодно. Это разрешено, и там много местных, собственно, есть женщины, одетые в сари, которые продают разные безделушки. Вот, гуляют просто местные, гуляют собаки, гуляют коровы и так далее. На территорию отеля, ну, понятно, местных вообще не пускают, животных не трогают, собак отгоняют, а вот коров они не трогают, потому что путь коровы священен, и коровы тоже могут заходить, но их вежливо, они вообще сами не очень любят куда-либо заходить, они любят гулять сами по себе. Вот, и вы видите, что лежаки стоят на территории отеля, на территории пляжа лежаков обычно нет. Или есть лежаки, которые относятся к шейкам, к ресторанам. Вот. Особенность такая, что если вы хотите полежать на лежаке, который относится к шейку, то в шейке достаточно заказать себе какой-то фреш. Вот. При этом фреш стоит копейки, но ну, на наши деньги это там 8-10 гривен, то есть гораздо дешевле, чем у нас. Вот. Или сказать, что я буду у вас обедать. Обед начинается от 2 долларов, то есть 2 доллара это рис и там соус, несколько кусочков мяса, вот, обычно курятина, вот, это стоит 2 доллара, ну и по увеличению лобстера вы можете где-то скушать за 10-15 долларов, в зависимости от его веса, от его размера. При этом вам в шейке же покажут этого лобстера или нескольких лобстеров из живых, из которых вы можете выбрать, и при вас его приготовят. Вот. Соответственно, территория отеля. И давайте посмотрим, как пляж переходит в территорию отеля. Да? То есть, вот сзади находится пляж, а зданий еще не видно. То есть, до зданий в общей сложности где-то метров 800, по которым я сейчас иду. И вот такая зеленая ухоженная территория, по которой можно бегать, ходить по дорожкам, лежать на траве, притащить себе шезлонг. Это совершенно не возбраняется. Есть как тенистая территория, так и места, где можно позагорать. Вот. Или вот кафешка, в которой можно посидеть, попить что-то прохладительное или алкогольные напитки. В этом отеле система все включено, что не может не радовать. И таких отелей немного в этом штате, ну и в принципе в Индии. Бассейн, в который традиционно разбит на две части. Одна часть это для взрослых, а вторая часть для детей.